Впервые за долгое время они встречаются не в онлайн-формате. В коворкинге Одинцовской торгово-промышленной палаты собрались руководители металла и деревообрабатывающих предприятий. В повестке встречи сразу несколько тем – актуальные вопросы развития бизнеса и меры государственной и муниципальной поддержки. В прошлом году на субсидии для предпринимателей было выделено 20 миллионов рублей. В этом сумма та же. Основные меры поддержки, которые пользуются популярностью, это возмещение расходов на оборудование. Это до 4 миллионов. И также очень большим спросом пользуются меры поддержки для социального предпринимательства. Это детские сады, группы временного пребывания. Там можно возместить стоимость аренды, можно возместить коммунальные платежи, расходы на оборудование. Кроме того, в минувшем году были одобрены 11 заявок от одинцовских бизнесменов на субсидии из регионального бюджета. В муниципалитете создан благоприятный климат для развития предпринимательства. Логистика отличная. Трудовые ресурсы высококлассные, и мы смогли здесь вместе с администрацией, ну, я считаю, что и торгово-промышленная палата к этому приложила руку, создать комфортную деловую среду. Круглый стол с представителями металла и деревообрабатывающей промышленности открыл в Одинцовском округе череду встреч. Всего их будет 3. В конце мая бизнесмены соберутся вновь, чтобы отметить профессиональный праздник – Всероссийский день предпринимателя. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».